Новые санкции США против Тегерана не имеют ни правовой, ни нравственной легитимности. С таким заявлением выступил иранский МИД в ответ на новые ограничения, введенные Вашингтоном против иранских компаний и частных лиц в связи с испытанием баллистических ракет. Пуски Тегеран провел еще осенью прошлого года, однако Белый дом отреагировал только сейчас, после отмены санкций, связанных с иранской ядерной программой. Власти Исламской Республики уже назвали это нарушением соглашения, которому, напомню, стороны шли не один десяток лет.